Район Ванцзин между центром Пекина и международным аэропортом заслужил славу столицы китайского хай-тека. Здесь успели обосноваться представительства Siemens, Panasonic, Sony, Alcatel, China Telecom, Apple, Microsoft и многих других компаний. Возникшую потребность в офисных помещениях для фирм любого уровня решили удовлетворить, построив суперсовременный высотный бизнес-центр. Для разработки проекта пригласили Заху Хадид, королеву кривых линий, работающую в стиле деконструктивизма. По ее проектам построен оперный театр Гуанчжоу, стадион Эль-Джануб в Катаре, центр Гейдара Алиева в Баку и многие другие здания. Сперва был задуман комплекс из двух небоскребов, однако выяснилось, что слабый грунт их не выдержит. Поэтому замысел переработали, небоскребы сделали три, но пониже, и теперь вот эти три горы из стекла, бетона и стали возвышаются на 200, 127 и 118 метров, соответственно, над деревьями разбитого вокруг парка. В строениях нет ни одного прямого угла, окна изготовлены из особого стекла, почти не пропускающего солнечное тепло, ширина алюминиевых панелей плавно меняется, регулируя уровень яркости солнечного света, а заодно и скрывая водостоки. Единая система управления кондиционированием воздуха, обогрева, освещения и водоснабжения помещений действует на основе данных тысячи датчиков. В результате здания потребляют на 13% меньше электроэнергии и на 42% меньше воды, чем положено по общепринятым стандартам. С горами футуристические небоскребы сравнивают иностранцы, а у китайцев они чаще ассоциируются с играющей в пруду стаей карпов. По народным поверьям, эти рыбы приносят богатство и счастье. Силуэт Ванцзин Соха скопипастили еще до официального его открытия в 2014 году, соорудив здесь же, в Китае, очень похожий комплекс Мэйтюань в Чунцине, состоявший, правда, из двух небоскребов, а не из трех, как в оригинале. Впрочем, Захи Хадид от претензии по поводу нарушения авторского права отказалась, заявив, что ее последователи внесли в свои проекты новые идеи. Что же касается архитектурной компании, обвиненной в плагиате, ее представители заявили дословно следующее: «Мы не собирались ничего копировать, мы лишь силились превзойти их».